4 миллиона гривен за липовый хладагент. Генпрокуратура вместе с СБУ пришли с обысками в Укрзалезницу, изъяли техническую документацию и более 45 баллонов с неизвестным веществом. Напомню, в начале лета Укрзалезница заключила договор о закупке 7 тонн холодильного агента для систем кондиционирования пассажирских вагонов. Но, как заявили в прокуратуре, неизвестное вещество, которое значилось как хладагент, непригодное для использования в пассажирских поездах. Чиновников Укрзалезницы и ранее уличали в покупке некачественной продукции.